Добрый вечер, мои дорогие. Все, проводили мы в Мурманск наших. Я у Саши. Мы сегодня ехали в машине с Костей, смеялись уже. Я говорю, господи, бедные мои зрители, подписчики. Вот сколько дней смотрят на все виды просто из машины. Ну, а что из машины покажешь? Ну, а в то же время, если я показываю, чем я живу, чем я дышу, так, ну, а как, если мы вот так мотаемся, что сделаешь-то? Да. Все, поехали, должны до ночи доехать до Петрозаводска, переночевать там в той же гостинице. Завтра в Мурманск поедут. Да, смеялись сегодня. Так нужен был скелет. И не купили. А потому что закрутились. Я-то ладно, там с Сашей еще сидела. Они-то мотались по всяким делам. Закупали там оборудование. Ну, такое, небольшие всякие вещи нужные. Вот, для физкульта. Тетенькам и дяденькам заниматься. Всякие резиновые там какие-то штуки. Вот. И просто сегодня поехали, вот такую даль, это уже за Питер куда-то там купить этот скелет с мышцами, ну вот для преподавания инструкторам. А Костя говорит, а чё мы, дураки, не позвонили-то? Вот, приехали, а у них понедельник выходной, зря ездили такую даль. Накатались, вот как говорят, до изжоги. Теперь будем на транспорте, на общественном перебираться. Ну, собственно говоря, я так надеюсь, что 9-го я уеду, то есть завтра съездим еще в Апраксин двор. Бусины, бусы посмотреть из камушков. Ну, купить. Понятно, несколько штучек. Вот. А послезавтра мне надо к Леночке Баттл ехать в гости. Ну и все, 9-го надо ехать. Сейчас вот займемся билетами. Вот, так что вот так, мои хорошие. Задержалась я в Питере. Ну что, съездила я сегодня на Апраксин двор, пила камушков. Вид у меня сонный, потому что я приехала и уснула. Приключилась сегодня у меня неприятность. Не записывает телефон звук. Ну и, в общем, получается, что то со звуком, то без звука. Не понимаю, что происходит. Ну вот, попробую сейчас вам показать, что я купила. Вот столько лунного камня дорвалась. И побольше, и поменьше, и монетками. Выбор в магазине очень большой, очень большой. Но сами знаете, во что все упирается. Нефрит. Вот такие четки. И бусы. Вообще хотела купить двое бус. И забыла вернуться. Вот этот магазин находится, он прям последний магазин на выходе к фонтанке. Последний. Ну, они, видите,
вот 200 рублей, четкие эти стоят, но они с браком, вот они тут отколоты. Это причем я и не увидела этого. Когда такое количество всего, что сознание теряешь. И очень мне там не понравилось то, что ценников нет больше, чем наполовине. Постоянно приходится спрашивать. Хорошо, людей там было вообще никого практически. Я приехала, только магазин открылся. Ну и хозяева такие, мусульмане, которые вообще не знают ни названий камней, ничего. Такие хитрые. Лабрадорит. Ну, он самый дорогой. Ну, в смысле, бусы эти самые дорогие. Из-за всего, что было. Вот. Ну, иризация, вот я не знаю, видно вам, нет. На них, когда свет падает определенным образом, они синим светятся. Вот. Хорошие камушки, конечно. И вот еще тоже вот тоже дорогие самые из этих вот из всего, что я купила. Вот я такие еще ни разу не покупала ни бусины, ни бусы не переделывала. Ну вот не взяла я с собой инструмент. Руки-то чешутся. Сейчас бы уже и начала переделывать. Но теперь до Мурманска. Так, купила две ниточки янтаря необработанного. Видите, он тут и светлый, и темный. У меня его хоть и много, но много его не бывает. Саша уехала, мы с ней вместе поехали утром. Она на работу. Работает она с 10 до 10. Только теперь поздно вечером приедет, часов в 11. Вот, так что вот такой вот янтарь. Прям можно сказать в первозданном виде. Под шею носят прям под шею те, у кого со щитовидкой проблемы. Знаете, наверное. Так, вот такие четки еще. Розовые яркие. Так, и вот такие вот бусы. Забыла, как камень называется. Вот, у меня есть немножко браслет. У меня есть. Я хочу сделать бусы. Мне, может быть, помните, летом присылала Сашенька из Москвы посылку. И там были кабошоны вот такие. Ну, вот, в смысле, такого камня. Крупные такие. Я сделала... Господи, слов не найду. Ну, в общем, короче говоря... Подвеска крупная такая у меня теперь с этим кабошоном. Я хочу сделать бусы. Вот, и купила вот бирюзу, видите, вот. Шесть миллиметров, наверное, и 4 миллиметра. Вот, а прошлый раз я купила вот такие монетками. Бусы. Но я же торопыга. Я забыла снять, что я купила в прошлый раз. Уже их порезала.
ниточки эти все. Ну вот, вот у меня красные. Ну, вы знаете, что красные – это всегда красные. Вот. Вот такие вот бусины. Купила вот такие бусинки стеклянные. Вот. А сегодня купила к этим стеклянным бусинкам еще поменьше. Нет, эти пока лежат. Поменьше. У меня тут просто мы в одной комнате с Даней. Даня работает, а я снимаю. Вот. Так, вот сегодня еще купила вот такие стеклянные покрупнее, потому что у меня Саша мне присылала мелкие такие. И вот такие еще бусинки. Так что плевать мы хотели на санкции Алиэкспресса. Мы найдем, из чего нам делать. Пусть в Крыму нет ничего, привезем отсюда. Так, вот еще в прошлый раз я купила вот такой вот кошачий глаз. Бусинки. И к ним вот такие вот. Вот такие вот к ним. Так, потом купила. Вот такие у меня есть более крупные. Саша мне присылала. Я купила помельче. Голубых вот таких вот. И вот купила монетками черные. Не знаю, что за камушек. Но это не стекло, это камушек. Вот. И вот таких вот черненьких. Вот, так что. А, еще купила. У меня есть такие бусины. Но не было вот самой основы для браслета. Вот, так что я теперь смогу такие браслетики сделать. В общем, короче говоря, все очень хорошо. Были бы еще деньги. Угу. Там можно купить, я думаю, 100 тысяч. Там такой выбор, а может быть и больше. Ну, так что вот так вот, мои дорогие, похвалилась я вам, что купила. Ну и на сегодня все. Пока-пока, мои хорошие. Надо разбираться с телефоном. Что с ним происходит, непонятно. Ну, пока-пока. Always alone when the tide is